Здравствуйте, здравствуйте. Там, смотри, у нас живет дракоша. Ты мне покажешь сейчас, как ты умеешь зубы чистить? Я тебе потом покажу, как правильно, хорошо? Ладно? Смотри, какой у меня дракоша. Видишь, сколько у него зубов? Показывай, как ты себе зубы чистишь. Можно я тебе покажу, как правильно? Да? Смотри. Когда ротик открываешь, щеточка движения как будто веничком. На щетку нажимаешь и не торопишься. У тебя есть какой-нибудь самый любимый мультфильм? Какой? Мимимишки или Лунтик? Или Холодное сердце? Какой? Мимимишки? Лунтик? А какой? Холодное сердце. Ну тогда залезай на наш диван, мы сейчас будем искать Холодное сердце. А еще у нас есть солнечные очки, как на пляже, чтобы глазкам было удобно. Вот. А еще у нас живет ежик. Вот. Удобно тебе? Нет, ну и смотри мультик, а я тебе покажу нашего ежика. Вон, какой ежик. Держи, смотри, какой он необычный. А паста у меня, знаешь, какая есть? Шоколадная. Красиво мне? Да? Шоколадная, есть яблочная, есть со вкусом мороженого, есть со вкусом клубники. Какую ты хочешь? Клубничная, но все. У меня зубная щетка необычная, Маш. А зубная щетка жужжащая, видишь, она крутится, и еще у нее фонарик во рту, потому что темно и нет фонарика. Будем сейчас такой щеткой чистить зубы. И зубик сразу улыбается, и стал белоснежный, как у настоящей принцессы. Я тебя буду ждать очень. Держи.